Привет, искатели приключений! Пара слов от разработчика. В детстве я любил устроиться перед экраном и отправиться в путешествие по новому миру. Надеюсь, эта игра подарит вам такое же предвкушение чуда с первых же минут. Beyond Galaxy Land – это классическая пошаговая ролевая игра с сюжетом, как будто взятым из научно-фантастического фильма. Выключите свет и пристегнитесь, ведь вам предстоит облететь весь Galaxy Land и умчаться далеко за его пределы. Всем привет, вы на канале KB, с вами Екатерина. Продолжаем смотреть демки из фестиваля «Играм быть» в Стиме. Вот, на очереди игра Beyond Galaxy Land. Немножко другого для меня формата игра, вот, поэтому вы сейчас увидите, вот. Так что давайте-ка посмотрим на эту игру, а перед тем, как начать, обязательно поставьте лайк данному видео и подпишитесь на мой канал, да-да-да, и я заговариваюсь, как всегда. Вот, ладно. Как бы рекомендуется на геймпадах играть, вот, но я буду на клавомыше. Как бы не запрещено. Так, сейчас я подрегулировала звук, потому что была громкая музыка. Обратите внимание, как бы логотип есть, но он своеобразный. То есть получается, нам намекают, что мы можем за других поиграть, потому что видите значки замочков? Это прям классно. Вот. Кстати, тут еще сбоку предлагаю добавить в список желаемую эту игру. Если вам действительно понравится, то вы можете в Стиме игру данную найти. А так мы посмотрим демку. Посмотрим. Очень много лет назад. Как же пиксельно все это выглядит. Ну, прикольно, кстати. И я приближаюсь к кораблю. Он огромен. Ну да. Для таких масштабных исследований нужно очень много народу. Как же мы сразу не поняли, что слишком далеко зашли. Нас уверяют, что жадность нам чужда. Но на самом деле все ровно наоборот. Я почти на месте. Отключаю связь. Постой. Помни, кем тебя называют. Не дай им себя остановить. Так, на какое-то задание летим. Это интересно. Графика, кстати, необычная. О, мы за это играем. Для ходьбы используйте клавиши AD, а атакуйте с помощью F. Ага. Ага. Окей, хорошо. Хорошо. Ладно. А вверх-вниз нам ничего не дали. Ладно. Неизвестное место. Так. Кто это? Ты опоздал. С дороги. Вспомни, когда-то ты разделял наши стремления. Не жди от меня сочувствия. Дай пройти, или я тебя уничтожу. Мы напрасно надеялись, что сумеем тебя переубедить. О, сейчас будет файт? О, что это? Робот! К бою! Что? Сразу? Пошаговое. Это хорошо. Так, мы мятежник. У нас здоровье. Хорошо. Очки... Ну ладно, очки умений у нас 4 из 10, кстати. То есть мы можем даже умения какие-то применять, и есть у нас еще предметы. Давайте-ка просто сначала атакуем.
Так, это инженер. Скорее всего, он будет ремонтировать. Ну-ка, попробуем-ка мы инженера сначала хлопнуть. Прикольно. А надо было зажать? О, контратака была. Ах ты, я так и знала, что инженера нужно бить. Еще раз инженера. Быстро. Ух. Так, ладно. Надо еще раз атаковать этого. А хотя нет, он уже обезвреден. А как можно отменить? Ага, вот так вот. Так, у меня уже есть умение. Глубокий разрез. Наносит урон нескольким врагам. О, все враги. Глубокий разрез. Блин, а как это делать? То есть нужно постоянно нажимать? Так, ладно. Так. Ну, почти. Но я немножко не поняла, как защищаться. Так. Ну, бой окончен. Разве ты не хочешь узнать, что там, за пределами? То, к чему мы шли, уже совсем рядом. Никакие знания того не стоят. Ты не прав. Но, если ты так уверен, поспеши в центральный зал. Возможно, ты еще успеешь. Так, этот просто здесь остается. А, мы даже можем с ним поболтать. Быть может, твое появление знак того, что мы ошибались. Многие наши сородичи к тебе прислушаются. Надеюсь лишь то, что ты успеешь их убедить. Окей, хорошо. Пошлите. Воспользоваться лифтом, да. Игра интересная. Визуально мне очень она нравится. Серьезно. Это классно. Музыка классная тоже. Сейчас мы перенесемся в будущее, туда, где часть истории уже позади. Совершенно обычный подросток Дуг случайно угодил в Галаксиленд и теперь пытается вернуться на Землю. О! То есть человек случайно попал на какую-то галактику? Окей. Это интересно. А, он может поэтому только доступны вот эти персонажи? То есть максимум их три будет. Вот карта лишь одной из многих галактик, которые вам предстоит исследовать. Блин, прикольно. Почти все планеты, которые вы видите, никак не связаны с основным сюжетом. На каждой из них вас ждет что-то свое. В этой демо-версии вы сможете попасть только на одну планету – Эррос. Именно на ней в Галаксиленде живут люди. Там вы пройдете дополнительное задание, которое будет доступно примерно в середине игры. Ага. Внимание, это дополнительное задание выбрано для демо-версии, потому что оно не раскрывает основной сюжет, зато позволяет подробно ознакомиться с игровым процессом. Чтобы не заблудиться, ориентируйтесь на золотую стрелку удачи. Ага. Это вот это, да? Ой, я врезался. Ну, а как? А как приземлиться-то? А как приземлиться? Объясните мне, пожалуйста. Может быть, я не совсем шиша? А как? Из всех планет Галаксиленда Эрс больше всего похож на Землю. Здесь часто идут дожди, а жизнь бьет ключами. Именно сюда от Галаксиленда переселяются люди. Переместиться сюда. Да, хочу. А как? F? E?
зажать что-то. Нет, это ускорение. Блин, товарищи разработчики, вы мне не объяснили, как все тут делать. А, вот так, на Z надо было. Извините, приземлиться. Блин, я просто не обратила внимания на букву Z. Ух ты. Ей, спасибо. О, у нас... Мы человек, у нас напарник робот и хорек, можно так сказать. Они со мной идут. Чтобы фотографировать тех, кто вам встретился, используйте клавишу C. О, можно там еще сфоткаю? Там вот эта птичка хорошая. Ага, двигать объектив. Клавишу управления. Ага. Где тут F? О! Можно птиц коллекционировать, фоткать. Окей, хорошо. Так. Их было трое, но не четверо. Хотела спеть про одну песню, которую, боже мой, с детства. Как бы чайка, но в то же время... Наварники. Человек, хорошо. Морская свинка. А, это даже морская свинка, хорошо. Робот-серика. Хорошо. Ну, побежали. Блин, визуально игра мне нравится. Аркадия берег. Чтобы запрыгнуть повыше, поможет двойной прыжок. Так, что у нас тут? Монетки. Ей. Давай, заходи, заходи, дружок. Да, воспользуемся. О, какой монстр там был. Атакуйте врагов на поле, чтобы получить преимущество в бою. А, кстати, а можем ли мы... Кстати, да, можем. Детеныш раптора. Окей, хорошо. Я хотела атаковать. Черт. Страус? О, каждый может атаковать. Так, долгоножка. Злой детеныш раптора. А что ты такой злой-то? Долгоножка-то это твой друг, да? Так. Плохо ты, плохо. Дружок, ладно, ты детеныш убей. Так, робот. Ну, давай долгоножку. Сила увеличена. А, надо было в момент, когда он ударяет. Блин, я только сейчас поняла. Так, лечиться можно будет? Окей, хорошо. Победа. Очки у нас тут нарабатываются. У всех по 23 уровня. Но это пока что. Так, а лечиться мы можем? Кстати, у нас же, наверное, будет возможность. Благодаря радару различные проходы и развилки обозначаются светящимися стрелками. Встаньте у прохода и нажмите клавиши V или S, чтобы пройти через него и обратно. Ну там еще кто-то есть. Ну погодите. Ей! Я подбила. Ага. Так. Так, давай-ка попробуем умение. А хотя нет, там существа. А, он может призывать, слушай. Кувшиноголов. Пингвин. Ну, как кувшиноголов. Дает эффект регенерации участнику отряда. О, это хорошо. Это хорошо. Ну ладно, давайте-ка попробуем посмотрим умение.
Поцелуйчик. Восполняет немного за здоровье всему отряду. Поцелуйчик. Нейтрализация. Снимает с врага все эффекты. Побег. Ага. Этот может сбегать. Ладно. Так, у тебя какие умения? Поимка. Позволяет поймать противника. О-о-о. Широкий разрез наносит урон с несколько врагам. Сканирование позволяет сфотографировать и просканировать противника. А, то есть во время боя можно тоже. Ладно. Так, существа, у тебя кто? Элементаем молнии, сточная кусака. Наносит урон одному врагу. Угу. Так, а здесь что? Уменьшает скорость хода врагу. Прикольно. Ну я пробить это. Добью. Так, увеличил. А сейчас добьем. Детёныш же. Угу, спасибо. Не знаю, как вам, но игра выполнена прям со вкусом. То есть графически я где-то это такое похожее видел, но там было не пиксельно. 100% игра сделана в 3D, а персонажи, как вам сказать правильнее, как бы нарисованные. Вот, и тут прям хорошо так поработали с этим. А, это все пропало. Блин, надо было сразу. Ладно. Так, тут можно вниз спуститься. Так, ну-ка. Не спустишься. А как? И? А как? А как сбираться-то? У меня хороший вопрос. Все, я поняла. Окей, хорошо. Я сначала неправильно подумала. Мешочки. Изделие призывателя. Ладно, хотя бы подсказывают. Так. Угу. Угу. Что это у нас? Усилитель здоровья. О, спасибо. Вот, чемоданчики, чемоданчики. Можем ли мы забрать? Так. Мощный тоник. Не забрать никак. Ну ладно. А нет, тут можно вот так вот. Так, ладно. О, боже мой, тут босс. Ну не, мы попробуем, конечно же. Давай, оп, чит. Сточная кусака. О. Ладно, попробуем сразиться. Насколько он жирный. Так. Существа у тебя какие, кстати? Каменный голем. Защищает, увеличивается одному участнику. Ну-ка, на всякий случай, всем. Прикольно. Ладно. Угадала. Так. У нас пока что защита стоит. Давай-ка применим какое-нибудь умение. Так, поимку вряд ли мы сделаем. Так. Угу. Так. Ну, поцелуйчики, понятное дело, не подойдут. Так. Кингвин. Что умеет? Ускоряет участника отряда. Кувшин на голову. Регенерация.
Образец DR1. Наносит урон нескольким врагам. Ну-ка попробуем. Очки надел. О-о-о! Ничего себе! Критический удар. Вау, прикольно. Можно было даже так победить. Блин, за это прям много очков дадут. Да. Блин, прикольно. Ладно. Чтобы разбить светящиеся объекты, атакуйте их. Ага, хорошо, спасибо. О, спасибо. Так, понятно, где мы пойдем вниз. Лекарственная соль. Хорошо. Да, блин, я забыла, что нужно было на F. Ой, ну ладно, это хотя бы помоложе. Замедление. Ох, ё-моё. Так. Сначала проверим у сточной кусаки, насколько он сильный. Это слабый. Ладно. Надо кусаку, прежде всего, устранить. Так, он боится лазера, кстати. Так, добили. Так, этот усилился. Угу. Так. А, я так и знала, нужно было так сделать. Окей. Все, нормально. Так, мне кажется, когда полностью шкала заполнится, у всех здоровье это восстановится, наверное. Ладно. Во! Восстановили. Так. И куда мы попадем? Кладбище костей. Ого. Ничего себе. Это что, кости? Думаю, идея была не лучшая. О, надо этих сфоткать. Мне надо уметь их сфоткать. А знаете что? Я вдруг вспомню, как Бум-Бум спас нас тогда на Нео. Пускай он и сейчас нас защитит. Все сюда, здесь безопасно, кроме тебя, Бум-Бум. Бум-Бум, стреляй в рапторов. Рапторов из своего бластера, чтобы они до нас не добрались. Все как тогда, Бум-Бум. Избавиться от хищников. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет! Еще. Ух. Ладно, пока что как обучение идет. А все, они закончились. Я в тебе не сомневался, Бум-Бум. Что-то рано я обрадовался. Мамка пришла. Я сказал, мамка пришла. Ох, ё-моё. Ну, остается только одно. К бою! Сразу бьет. Так. Давайте-ка сообразим по умениям. Или, по крайней мере, по существам. Что может быть? Давай-ка лазерный дождь тогда применим. Ох.
получится, не получится. Так, ХП пока много снимает. Так, давай и у тебя еще тоже. Так, какой-то броненосец. Ага. Так, пока его потом. Всем мы увеличим защиту. Угу. Так. У тебя позволяет поймать противника. Интересно на это посмотреть. О, давайте-ка сканируем. Чтобы включить... Да, надо фоткать всех. Это редкая возможность. Редкая, да. Папаша Рекс. А, это был папаша Рекс. То есть где-то мамаша ходит. Ё-моё. Все, поняли. Оглушающий рёв. О, слава богу, я прям сообразила это сделать. А, то есть, нет, не совсем. То есть он запретил, чтобы мы использовали. Все, поняла. Ну, умение вряд ли тебе понадобится, так что давай-ка. Что у нас за предмет есть? Восстанавливает ОЗ. Вот, надо ОЗ кому-то восстановить. Крепкий тоник. Давай. Угу. Так, а ты пока атакуй. Сила увеличена и ускорение тоже. Ох, ё-моё. Так. Ну, снимем эффект. Спасибо. О, успела. Да блин. Да блин, как? Ну-ка, предметы. Крепкий тоник на себя. Только для на робота тоник. Ладно. Так, существа. Элементаль молнии. Давай. Тоже одел очки. Так. Так, есть какие-нибудь предметы, которые можно восстановить у тебя эти? Энергетик. Ага. Ну, давай у себя энергетик там бахни. Угу. Молодец. Так. Так, ты пока нападай. Угу. Так, нужно снять эффект, но пока что я не могу. Мне нужен другой персонаж. Так. Эй! Так нечестно. Так. Вот. Без комментариев. Так, ладно. Мы почти что добили. Так. Погоди, тебя нужно подлечить. Ты самый слабый тут. Ты самое слабое звено. Мощный. Не, мощный не надо. Угу. Это было на грани. Так, лечись. Лечись, друг. Мощный тоник нет. Вот этим. Угу. Так. Да блин. Так,
Почему он начал-то ходить, когда мы лечимся? Почему? Так, мне это не нравится. Ну так все тоники израсходуем. Так. Надо добивать. Ей, добили. Победа! О, много очков и новый уровень. Так, увеличить УЗ у нас. Угу. Это хорошо. Бум-бум достиг уровня. Угу. Угу. Новый артефакт. Активатор защиты. Хищников здесь вроде бы не осталось. Можно возвращаться к бармену. Пусть знает, что у нас все получилось. Возвращайтесь в бар, Аркадий, поговорите с барменом. Ладно. Beyond Galaxy Land. Doug was just your average high schooler. Вот это трейлер. His world was turned upside down. And by upside down, I mean met total annihilation. Mondays, am I right? Oh. As for our unlikely hero, fate had a different path in store. Визуально прикольно выглядит все. Welcome to Galaxy Land, a manufactured solar system for those with no place to call home. Прикольная синка была. Paradise, truly as good as it seems. Or does something darker lurk beneath the surface? Join Doug, Marty Bot, and his gun-toting guinea pig, Boom Boom, on the planet-hopping adventure of a lifetime. Discover strange new worlds, confront galactic nemesis, and unravel a mystery of space and time. И другие мини-игры еще будут. О, голова. Многообещающая игра. Мне прям понравилось. Окей. Это было классно. Мне очень понравилось. Спасибо, что прошли демо-версию. Beyond Galaxy Land вас ждет множество удивительных историй, тайн и приключений, от которых просто дух захватывает. Динамичное межгалактическое приключение с кинематографическим сюжетом, мы уже убедились. Множество дополнительных заданий и неизведанных планет. Оригинальная музыка. Ну да, оригинальная, я прям слышала. Пошаговые тактические битвы с самыми разными созданиями, и не забывать, что их можно ловить. Элементы платформера: бегайте, прыгайте и скользите, чтобы путешествовать по игровым зонам. А, погодите, ловить это получается... А, как питомцев использовать? Как покемонов? Ну ладно. Я только сейчас об этом поняла. Так, фотоальбом, куда можно добавлять снимки всех, кто вам повстречается. Возможность заранее атаковать и уклоняться от врагов, и даже побеждать их, не вступая в бой. Никаких случайностей в бою. Мини-игры, новая игра, плюс сверхсильные боссы, супероружие и многое другое. Приключение начнется в 2024 году. То есть конкретной даты нету, но обещают в этом году. Ну ладно. Игра прикольная. Мне она очень понравилась. Так что ожидаем. Я думаю, что будем ожидать. А так, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на сервер Дискорд, то пожалуйста. На YouTube-канале можете ссылки на группу ВК или на сервер Дискорд. Всем большое спасибо. Всем пока.